Бар в Новосибирске, у которого обрушилась крыша во время вечеринки, был нелегальным. Об этом накануне заявила местная депутат Наталья Пинус. Напомню, трагедия произошла 2 февраля в 3:40 утра. Обрушилась крыша пристройки к кафе, в которой находилась раздевалка. Под завалами нашли погибшей одну девушку, ей было 22 года. Еще 4 человека выжили, их доставили в больницу. Двоих позже отпустили домой, еще двое были в реанимации с переломами. Только сегодня их перевели в обычные палаты. В основном здании, где шла дискотека, во время ЧП находились примерно 190 человек. Они не пострадали. В МЧС региона уже заявили, кровля не выдержала тяжести скопившегося снега. Организаторы вечеринки арендовали здание кафе у собственника, при этом пока неизвестно, были или нет какие-то документы и разрешения на организацию там массовых мероприятий. Возбуждено уголовное дело.